Всем привет! Мы на водоеме пруд Черноморец. Сегодня 22 июня 2019 год. К нам продолжают поступать призы от наших спонсоров на наше мероприятие, которое будет проходить с 29 по 30 июня. Значит, спонсор данных призов — Фишка. Эта фирма изготавливает питание для рыбы. Вот она прислала такие утешительные призы для тех команд, кто не попадет ни в какую номинацию. То есть ни на первое место, ни на второе, ни на третье, ни Big Fish, ни на самую маленькую, ни на самую первую, ни на самую последнюю рыбу. Эти команды получат вот эти вот насадки: кукуруза, горох, перловка, пшеница. Такие вот насадочки, ребята, ждут наших участников. Фишки выражаем благодарность за поддержку нашего мероприятия. Ну а мы продолжаем ждать другие призы. Они уже на подходе. Всем пока!